Сыра! Скажите, пожалуйста, что вы знаете о грузинском сыре? Это вкусно, это полезно, это настоящий продукт. На самом деле я люблю молодой сыр. На сыроварне я, к сожалению, не была, но мне кажется, я считаю, что сулугуни, вот слабосоленый, вот мне очень-очень нравится. И, конечно, большое удовольствие здесь его попробовать. Как вы думаете, сколько сортов грузинского сыра существует? Я не знаю, мне кажется, много, потому что, мне кажется, эта страна – культ сыра. Наверное, здесь культ вина и культ сыра. В Москве, к сожалению, вряд ли можно найти настоящий грузинский сыр. А какие сорта грузинского сыра вы знаете? Ну, самый известный – сулугуни. Очень хочется, чтобы, когда снимаешь пленочку за пленочкой, а не куском отламывалось. Грузинский сыр, он как бы, ну, всегда он ценился и как бы, ну, вкусный был. Даже то же самое сулугуни взять, и вот даже то же самое, то, что хачапури его делают, он как бы, ну, в Грузии он всегда ценился и был вкусный. Это из-за того, что он, может, из-за того, что трава и воздух другой, может, из-за этого. И как бы и природа сама по себе дает о себе знать. Так как вкусно. Вы думаете, сколько сортов сыра существует? В Грузии или вообще? В Грузии. В Грузии, ну, где-то больше 50. Это как бы, ну, много, много, знаете. А какой самый удивительный сорт сыра вам приходилось в Грузии пробовать? Сулугуни. То, что как бы, ну, это грузинский, как говорится, народный сыр, он был всегда. И сулугуни, с него и хачапури делают, и все делают. Ну, как бы. А вы когда-нибудь сами варили сыр? Ну, как бы не варил, но приходилось видеть, как это все делается. Я очень люблю сулугуни. Это находка для гурмана. И каждый мужчина должен знать этот вкус, особенно в сочетании с грузинским вином. Я безумно люблю сыр. И я его ем на завтрак, на обед и на ужин. А что вы слышали о грузинском сыре? Я знаю, что он безумно вкусный. Я надеюсь, что я сегодня его попробую в вашем ресторане. Вот. И думаю, что у меня останется это потом на будущее, после вкуса этого сыра. Сколько сортов грузинского сыра существует по-вашему? 300 сортов грузинского сыра. 330 сортов. Ну, сыр – это вообще такое древнее блюдо, которое мы очень любим на самом деле. Что вы знаете о грузинском сыре? Ну, насколько мне известно, Грузия – это вообще родина сыра. Очень много сортов сыра существует, и одной из причин, по которой мы сюда приехали, это попробовать не только знаменитое грузинское вино, но и ваш вкусный, очень полезный сыр. Что вы слышали о грузинском сыре? Я слышала, что это очень вкусный сыр, что это национальное блюдо, в общем-то, что Грузия – родина сыра. Вот, и я слышала такое интересное название, необычное для сыра, чечил, чичили, по-моему, называется в Грузии. Очень хотелось бы его отведать. Сыра! Сыра!